Нарушил правила парковки – плати. В Белгороде борются с водителями, нарушающими правила стоянки и остановки автомобилей. Сегодня в рейд с госавтоинспекторами и специалистами Совета безопасности города отправилась наша съемочная группа. Ксения Голуб подведет итог. Улица Островского имеет всего две полосы для движения, поэтому стоянка здесь запрещена. Однако установленные дорожные знаки не смущают водителей. По краю проезжей части выстроилась вереница машин. А ведь штраф за это нарушение составляет 1500 рублей. По номеру транспортного средства сотрудники ГИБДД пробивают телефон владельца машины. Нарушитель прибегает сразу по звонку. Общение с инспектором заканчивается составлением протокола. Причины, по которым водители паркуются под знак «Стоянка запрещена», различны. Обычно паркуюсь на улице Чумичева, где есть места свободные для парковки. Но когда начался этот ремонт дороги, и там паркуются все, мест практически не осталось. То есть обычно всегда у меня рабочее место здесь, нахожу место там. А сейчас что-то невообразимое творится, мест для парковки нет. Вот он рядом, офис. Не сработала кнопка сегодня. Я не знаю, в чем причина. Батарейку только меняла. Я вынуждена побежала решить вопрос. Я не знал, честно, признаюсь честно, понимаешь, я не специально это сделал. Полторы тысячи рублей. Мне пенсионера, конечно, кусается это. Однако правила одинаковы для всех. Ведь кроме банального неудобства, такая парковка несет угрозу безопасности другим участникам дорожного движения. Разъехаться здесь непросто и часто возникают заторы. Губкина одна. Эвакуация – крайняя мера, но порой только она позволяет поддерживать порядок на проезжей части. Здесь установлены предупреждающие таблички, но водители их не замечают, полагаясь на русский авось. И напрасно. Пребывание на штрафстоянке обойдется нерадивому хозяину авто от 400 до 2000 рублей в сутки. Транспортировка – 165 рублей за километр пути. Кроме того, придется заплатить штраф за неправильную парковку. Общая сумма может ощутимо ударить по семейному бюджету. В настоящее время на улице Николая Островского подготовлена схема новых размещений знаков 3.27, 3.28 с табличкой 8.24 со знаком эвакуации. Мероприятия рейдовые по удалению неправильно поставленных припаркованных транспортных средств на этой улице будут проводиться сейчас регулярно. Всего же в Белгороде за неправильную парковку за 5 месяцев было выписано 702 протокола. Общая сумма штрафов – более 350 тысяч рублей. За неделю это уже третий рейд. И на данный момент уже составлено 50 протоколов на сумму 60 тысяч рублей. А 7 машин эвакуировано. Расслабляться водителям не стоит. Работа по борьбе с нарушителями будет продолжена. Ксения Голуб, Александр Подубный. К этому часу Белгород.